По перу, наверное, да, уже, Зуль? На 15. Да, 15 перу. Всем привет, мои хорошие. У нас утро. Я нанесла масочку. Вау. Та маска, которая последний раз у меня была в видео, которую я не стесняюсь наносить перед мужем. Так, чем мы тут заняты, детвора? Угу. Каждый занят. Каждому я дала одинаковый набор крышка от бутылки и ложка. Потому что они ругаются, даже когда одинаковые ругаются. Да, солнышко? Сейчас мы будем завтракать. Будь здоров! Так, это сосиски варятся для нас. Это кашка гречневая с молочком для детей. Ой-ой-ой-ой-ой. Они смесь попили недавно. Немного, но попили. Подождем чуть-чуть, пока они проголодаются. Накормим и пойдем гулять. У нас сегодня праздник. День Турции. Вот такая вот у нас погода сегодня. Конец октября. По-моему, сегодня 29 или 30. Солнце светит, да, но воздух уже прохладный. Уже так погулять без длинных рукавов не выйдешь. Хотя вон там мужчина работает в футболочке. Но он работает, ему тепло. Вот такая вот у нас панорама из окна. Так, что здесь происходит? Опа. Что такое, сынок? А? Ты водичку хочешь? Я же тебе дала. Так, вот такой вот, вот тут вот у нас все бежит. Ремешки тоже, это они играют. Тоже должно быть два одинаковых ремешка для них. Что уж вам, кстати, вчера приходила дочь мужа. Старшая принесла подарок, вот такой вот парфюм мне. Было очень приятно. Цветочный, такой приятный запах. Я вообще не любитель парфюмов. Но когда есть такие легкие запахи, я пользуюсь, хоть раз в месяц могу сделать на себя парфюм. Что у вас? Кушать будем? Солнышки, ребята, будем кушать? Нет, не будем, значит. Одела вот эти штуки на двери, потому что они во время игр захлопывают и могут пальчики прищемить. Вот так и живем. Какая собачка, да? Делает, да? Близко не подходи, солнышко. Отсюда давай посмотрим вместе. Что делает собачка? Ну, тетя Зуля с ним. Телефон, тетя Зуля. Всем привет, мои хорошие. У нас вечер. И мы приехали с семьей к морю в район Инжиралты, чтобы отдышали детки. Целый день ждала, чтобы наступил вечер, чтобы выйти, потому что днем очень-очень людно на улице. Сегодня праздник, сегодня День Республики. Я, по-моему, говорила в предыдущих мини-роликах. День Республики. И мы не поехали в центр города, потому что там яблоку негде упасть. Там протянули огромный флаг Турции на целый район. Очень-очень-очень много народу просто. Здесь вообще народу нет, это тоже район, в принципе, очень людный, но сейчас нет здесь народа, сейчас я вам поснимаю. Вот смотрите, машины вроде как стоят,
Но на улице никого, немножко прохладно уже вечер. Но как бы холода такого нет, все сидят или по заведениям, но так, если посмотреть, заведения тоже пустые, я не знаю, где они сидят, честно, может, в кабинах где-то там сидят. Никого практически на улице нет. Все в центре, в центре, в центре. Это военный корабль, музей. Аслан сразу уснул в машине, как только мы выехали. Сегодня Зихра гуляла с папой, где-то 2,5 часа она поспала, представляете? Он ездил туда-сюда по делам, и она с ним. И все вот это время она спала. Так. Вот ресторан. Мы здесь частенько бывали раньше, когда детей не было. Мы с детьми здесь были всего лишь пару раз. Это ресторан их знакомых. Знакомого, точнее. Как он называется, все время забываю. Юсуфун Ери. Деме? Бу Юсуфун Ери, деме? Evet. Вот. Здесь хорошая рыба бывает. Насколько я не люблю рыбу, приносили, я здесь нормально ела. Дера, кто самая красивая девочка? А? Вот. Вот самая красивая девочка. За всеми следит. Асланчик спит. Бебе? Поговори с мамой. Ты самая красивая? А? Самая красивая на свете девочка. Самая любимая. Самая долгожданная. Да, солнышко? Йо. Йо. Птенчик маме. Ты птенчик маме? Цыпленок? Это очередь за местным кукуречьем. Кукуречь, честно сказать, лучше не объяснять, что это такое, но турки очень любят его. Я не люблю, я пару раз поела для пробы, но и все. А так его очень-очень-очень-очень-очень любят. Короче, это бараньи кишки. Да-да. Я не буду подробнее объяснять, что это девочки объяснят в комментариях. Вон муж стоит в очереди, он любит. А вот и, в принципе, само море. И смотрите, как вы думаете, что это такое? Разожгли огонь, сидят, и это люди греются. У каждого мини-столика, ну, как бы столика как такового нет, а разожгли огонь, чтобы люди не замерзли. И с теми румяй бабабаня, кукуречек, гёзик мёмель. Чтобы люди не замерзли, и здесь пьют чай. Чай. А, кукуруза, бэмбу мусорсёру. Я вот эту кукурузу люблю. Она жареная, вкусная. Все равно, вы знаете, камера не передает красоту, вот всю, которую мы видим глазами. Особенно ночная съемка, это вообще ни о чем. Честно. Но хоть немножко вам поснимаю. Здесь стоят вот так эти паромы, пароходы, как они называются, не знаю. Можно 10 лир в час отдать и покататься на них. 10 лир в час стоит. Вечером они, ночью они отходят. А вот моя кукуруза пришла. Вот она, моя кукуруза. Она бывает, не видно ее. Она жареная, вкуснючая, вкуснючая. Ну, ничего вам не видно. Ладно, я временно ухожу.
И что, мы здесь в парке тоже нашли качели детям, как хорошо. Детская площадка небольшая. Эта качели не понравилась дочи. Сейчас папа ее посадит, покатает. Принцессу нашу. Вот так. А Асланчик спит. Дышит морским воздухом. Люди сидят на траве, отдыхают, пьют чай. Видите, да? Зейра? Чок юксик? Это высокая штука. Что, сынок? Что случилось? Ты что-то хочешь сказать? Присели мы попить чаю. Ждем. Нет, все. Асланчика разбудила я, потому что я подумала, если он час-полтора-два проспит на улице такое время, то ночью вообще не заснет. А сейчас уже половина десятого. Да, сынок? Он очень занят. Он смотрит меню. Да. А дочь вон с папой сидит, принцесса. Где? Зейра. Зейра, знаете, сегодня она очень спокойная прям. Ее вообще практически сегодня не слышно. Она настолько спокойная сегодня была, машала. Спала сегодня. Просыпалась, сама игра. Да я кусю, уйду-ки. Папа говорит, она говорит, опять спать хочет. Маленькая моя, очень спокойная на сегодня. На днях планируем плановые осмотры у врачей. Уже больше месяца прошло, как мы в Турции. Да, поэтому уже пора. Сынуль, туда нельзя. У мамы же 10 рук нет. Вот сюда смотри. Он теперь хочет коляску свою. Ладно, закрываюсь. Будем выполнять приказы своего ребенка.